Вся имеющаяся в компьютере информация хранится в виде файлов. Электронный документ – это файл, и фотография, и песня, и видеоролик, и все остальное – это файлы. Каждый из них можно открыть с помощью конкретной компьютерной программы, чтобы просмотреть, и, если необходимо, внести изменения и сохранить. Файлы легко распознаются, так как у каждого из них свое имя. А у схожих по содержанию файлов еще есть и общая фамилия, называемая расширением файла. Например, файл под названием «Заявление док». Этот созданный мною файл содержит текстовый документ. На это указывает часть его названия «Расширение файла док». Его к файлу автоматически присваивает компьютерная программа, в которой он создан. А вот название файла «Заявление» придумал я сам. Обычно я присваиваю файлам говорящие имена, чтобы знать, что там внутри. Все файлы, наряду с названием, имеют небольшую картинку. Она называется иконкой и показывает, что содержится в файле. Документ, фотография, песня, видео и так далее. Каждый файл можно открыть, наведя на него курсор мыши и щелкнув два раза. Для оптимизации хранения и поиска файлов предназначены виртуальные папки. Их можно сравнить с выдвижными ящиками огромной картотеки, где вы можете хранить все свои файлы. Вы можете сами создавать папки и присваивать им названия. Чтобы открыть папку и увидеть ее содержимое, наведите на нее курсор и щелкните два раза.